Понятно. Кризис очевиден. Будем, как это, разберемся как следует и накажем, кого попало. Вот. Значит, ну, надо что-то делать. Мы расчехлим старые шашки. Вот. То есть желание есть. Хорошо. Мы, то есть помогать большое вам спасибо, что вот вы как-то очень быстро откликнулись. Это у меня сразу, я вот посмотрел. Да, мы давно ждали, как бы, и давно были готовы. Да, просто мы много с кем говорили, но никто не слушал. Ну, только вот пришло, аж до вас дошло. Ну, на самом деле, вот эти вот штучки, которые выпустили, ну, я вот Джоу, сказать, не знаю, 5 раз пересматривал, и в конце Джоу сказал, может, там кто-нибудь слышит. Ну, я не хочу быть вот такой большой, там, вот там, наконец-то услышал. То есть, за видосы спасибо за последние, они... Итак, ребята, мы сейчас находимся на Кипре, точнее, там находится Виктор Кисл, президент Wargaming, Паша В. и Муразор. Я, к сожалению, нахожусь у себя дома. Виктор, вы, наверное, видели КТТС 10.0, вы видели Рубикон, вы видели, какое количество дизлайков набрало видео, уже практически 50 тысяч, вот, и сейчас вот стала известна информация, что Рубикон отменили. Я читал ваше обращение текстовое на официальном сайте, что вы можете к нему, может быть, добавить для зрителей, для игроков, в целом, по всем этим событиям, по итогу? Ну, на самом деле, в этом обращении, как говорится, все и написано. Ну, могу маленькую предысторию рассказать. Да, видео КТТС, 10.0, дизлайки, это очень печально. И тут, что тут уже говорить, ну, облажались, бывает. Вот, мы попытались, мы верим в то, что наши извинения и мои, в частности, будут восприняты искренне. Но прошлое мы уже изменить не можем. Что мы сделали, ну, как стало очевидно, включая, в общем-то, и не очень лицеприятные видеоблоги, за что отдельное спасибо. Собрали всех людей, которые к этому могли быть причастны, которые принимают решения на разных уровнях, то есть разработчики, паблишеры, там, отдел Vision и прочего. Посмотрели, что можно сделать сразу и срочно, и вот то, что написано в этом обращении, то есть вот этого не будет, а это будет в таком виде. Ну, это, понятное дело, какое-то пожарное решение. То есть в наших стратегических планах вот этот 9-12 не значился, если там отмотать на 6 месяцев назад. Но это то, что вот можем сделать, чтобы, ну, как-то дырку заткнуть и все-таки какую-то определенную черту подвести вот под этим порочным прошлым. Вот. Сейчас мы, это уже точно, пути назад нету, соберем, проанализируем все-все-все, что пошло так, что пошло не так. Уже без оглядки там на какие-то, не знаю, бравурные репорты или там эйфорические настроения. Реально ситуация такая, как есть, вы сами все знаете. Посмотрим, что мы сделаем в ближайшем будущем, что мы с этим Рубиконом сделаем там в январе, феврале, в марте. Сейчас мне не то, что не хочется, сейчас я вот просто не могу и не буду называть там какую-то конкретную дату, какую-то конкретную цифру, какой-то конкретный функционал. Некоторые вещи мы спланировали не очень удачно. Что-то у нас не получилось, но опускать руки мы не будем, а очень серьезно подойдем к анализу всего. И вот просто необходимо прислушаться к нашему внутреннему голосу, а также, это очень важно, что вот ребята приехали к нам сюда в офис, вот с тобой по телевизору разговариваем, мы все-таки проанализируем, если кто-то, и ты, например, там хотел достучаться, некрасиво это говорить, достучались, на самом деле я-то за игрой внимательно слежу, и для меня тоже было несколько неприятных сюрпризов, но это плохое оправдание. Проанализируем все очень-очень внимательно и начнем делать так, как надо. Точных сроков дать сейчас не могу, потому что, ну, зачем пообещать там 1 января и опять не сделать. Но сигнал внутренний, внешний имел место быть. Угу. Ну, вот, возможно, вы видели на наших каналах там меня, Паша, Мвея, Муразора, видео, которые были посвящены и этим событиям. И я, например, сделал видео о том, что Рубикон — это действительно переломный момент в том плане, что, ну, вообще все идет не так, как хотелось бы, и что у меня вот личное мнение, что последние 3 года игра движется немножечко не в ту сторону, куда стоило бы. И это проблема нововведения, это проблема баланса, это проблемы технической составляющей игры. Вот. Возможно, вы видели мое видео, что вы думаете по этому поводу? Ну, вы сделали свою работу, то есть вы независимая пресса, глаз народа, медиа, как сейчас говорят, ну, сказали то, что сказали, то есть понятное дело, что как это
воспитанный человек, и некоторые там маты можно было там и поменьше, но это особенности жанра, я так понимаю. Ну, глаз народа, ну, все, услышано. Я понял. Лично хочу вот Виктора поблагодарить за то, что он сейчас собрал у себя в офисе, нашел время практически всех топовых пододелов, ну, по крайней мере, Паша и Данил там, я тоже виртуально там. Вот, хотел бы сказать зрителям, что сейчас мы с Виктором, со Славой Макаровым, с другими сотрудниками КВВГ обсудили все самые насущные проблемы игры. Нас ребята услышали, нет никаких гарантий, что буквально завтра все станет идеально. Нет, это все работа, это все большой производственный процесс. Но лично мне вот приятно, я думаю, Паша с Данилом согласятся, что нас наконец-то услышали и наконец-то что-то начнется делаться. Вот. Может, Паша хочет что-то добавить или Данил? Мне хотелось бы, сейчас Данил даже, прошу прощения, что перебил. Мне интересно вот что. Как считает Виктор, те игроки, которые ушли из игры по каким-то причинам, по которым что-то не устроило в текущем положении или еще чего-то, они могут, конечно, вернуться. Они вернутся, если будут сделаны все те вещи, о которых мы говорим. Как вы считаете? Заберем ли мы еще раз миллион или больше? Вот к чему. Я считаю, что да. Я на самом деле горжусь тем, что Wargaming, простые белорусские парни и девчонки, ну, не только белорусские, русские, украинские, то, что мы на самом деле сделали. Вот. На самом деле не все так плохо, и анализ, ну, там, какой-то внутренней статистики, анализ других игр, например, тоже League of Legends, там, Warcraft, показывает, что игры могут развиваться и жить долго, если делать вещи правильно. Для этого надо, естественно, понимать, как и что делать правильно. Вы ведь тоже должны нас понять. После 5 лет оперирования мы выпустили где-то 62-63 обновы. Немногие игры могут похвастаться столькими годами продуктивной жизни и таким количеством апдейтов. Да, не все из них были идеальные, но 62 апдейта с точки зрения разработки софтверного обеспечения – это непросто. И много побед у нас было, и не только в PC-шных танках, а и там Xbox, и мобилы, там вот кораблики вышли, там другие проекты, над ними ведем работу. То есть я абсолютно полон оптимизма, потому что если какие-то ошибки мы сделали, мы можем посмотреть внутрь себя и увидеть, что не так. И время от времени мы это демонстрируем и делаем так. Танки – это абсолютно фантастическая вселенная, фантастическая в хорошем этом смысле этого слова. То есть большая железная машина, и она простая на самом деле, большая железная машина, Маус, например, вот так вот раз и прет, и влево, вправо светит, пуляет, получает, ломает, геройски гибнет или наоборот побеждает. Это же круто. Просто это должно продолжаться, это должно быть, ну, реально круто. Идти в ногу со временем, там, и по технологиям, там, с учетом того количества игроков, которые у нас есть, и того количества регионов, ну, по сути, весь земной шар, который есть, с учетом всевозрастающих аппетитов игроков, и тоже это в хорошем смысле, не побоюсь этого слова, то есть это и киберспорт, это всякие там клановые развлечения, это вот этот, не знаю, mid-level контент, то есть у нас есть все-таки, ну, признаться надо, то есть вот эти вот рандомщики, волки-одиночки, да, и очень-очень-очень такие игроки, которые, ну, клановики и киберспортсмены, да, то есть одним нужно одно, другим нужно другое, тем людям, которые посередине, ну, мы немножечко про них, не то что забыли, так вспомнили, ну, сейчас уже точно вспомнили. Чего делать? Списки огромные, и ребята своими поделились, у меня у самого есть. Да, для этого нужно развивать машину Wargaming. А почему? Ну, все это надо делать, все это надо делать, все это надо придумывать, все это надо тестировать, локализировать и запускать. Это не просто, ну, тут никуда уходить из этого мы не собираемся. То есть танки будут жить, просто нужно внимательнее относиться к тому, что мы делаем, естественно, как мы делаем. Вот этим с утра до вечера, 7 дней в неделю занимаемся. И последний, наверное, вопрос задам. Какие-то игры еще милитаристской тематики по Второй мировой войне нам ждать? Ну, помимо кораблей, там, самолетов. Так, что у нас есть сейчас? Танки, самолеты, корабли. Ну, что-то, естественно, не про розовых пони делается Крисом Тейлором в Сиэтле, но вот нельзя еще рано говорить. Тут как раз тот момент, что мы должны быть очень четко уверены, что то, что производится, это то, что надо. Это касается, в общем-то, как отдельно взятой игры, так и патча, так и обнова. Ходят слухи про роботов, про космические корабли. Идей, на самом деле, у нас
очень много, как и у любого из вас, как на самом деле и у любого игрока, который играет в такого рода игры, да. То есть делать, в смысле, придумать можно все что угодно. Вопрос, как и что сделать. Скажу честно, придумывать, то есть как это переплюнуть танчики, это очень тяжело. Как внутри варгейминга, так и снаружи. Но игра или есть, или нету. Слава богу, за эти 5 лет, вот что мы уже точно научились, практически идеально, это все-таки видеть, когда плохо, еще на уровне прототипов, ну, в рамках игр. То есть много есть внутренних историй, где-то вот эти наши внутренние механизмы, которые демонстрировали, что нет, выпускать нельзя, нет, таки надо подождать, все-таки надо что-то доделать или поменять. Не прислушались мы к этим внутренним механизмам, например, на примере самолетов. В случае кораблей механизмы сработали, и мы к ним прислушались. Потребовалось еще примерно год разработки, чтобы исправить ситуацию не очень правильную 1,5 года назад. Ну вот, корабли вышли, игра получается замечательная. Поэтому это не только искусство, это не только вот просто чистый креатив, это все-таки какого-то рода уже и наука создания таких вот ММОшечных игр, да? И просто идея сама по себе, ну, это не все. То есть должна быть реализация, должно быть тестирование, нужно понимать, как люди в это будут играть. И это занимает время, деньги. То есть, но когда мы поймем, что да, вот оно, нашли, будем объявлять. Ну и самый главный вопрос. World of Tanks для Wargaming – это приоритет номер один или это уже очередной какой-то проект из портфолио? Я не люблю на самом деле слово «портфолио», да, мы тут не инвестбанк. Это замечательная игра, которая сама по себе тянет на портфолио, на вселенную. Это и есть вселенная. Понятное дело, что и по числу игроков, и по онлайн, по всем показателям, ну, она больше, чем все остальное, то, что мы сделали вместе взятое, ну, хотя другие проекты, они еще недавно запущены, скажем так. У нас нет ни одного резона считать танки неважными. То есть, да, сейчас это самая наша большая игра, и на нее тратится львиная доля наших усилий и будет тратиться. Как мы можем по-другому к нашим любимым танчикам относиться? Понятие «жизненный цикл проекта» применим к танкам? Сейчас спад, сейчас зенит, сейчас что? Нет, это какая-то, если честно, это какая-то ерунда, жизненный цикл проекта. Я считаю, что вот недавно, где вот, ну, там 5-10 лет назад появились вот такие вот игры, ММОшки, да, там линейка, World of Warcraft, вот League of Legends, они нам демонстрируют, что если делать вещи правильно, слушать игрока, правильное обновление, поддерживать планку качества, правильно работать с комьюнити и тому подобные вещи, игра может жить фактически бесконечно. То есть нет у нас никакого цикла, который почему-то должен завершиться. Зачем? Если вы можете посмотреть, ну, из смежных областей, там, футбол, хоккей, ну, люди его вот 100 лет смотрят и еще 200 лет смотреть будут. Вот, а также другие развлечения, ну, не только компьютерные игры, несмотря на то, что они со стороны могут показаться как-то повторяющимися, там, кино, театр там, и прочее. То есть, в общем-то, там, голливудские фильмы все друг на друга как бы похожи, ну, мы знаем, да, там несколько сюжетов есть. Люди продолжают ходить в кино, смотреть и прочее. Там вот форматы доставки могут меняться. Я считаю, что как раз танки, вот та идея, которая к нам пришла в Wargaming 7 лет назад, она будет жить, в общем-то, вечно, и мы приложим все усилия, чтобы эта вечная жизнь сопровождалась еще радостью и счастьем многих-многих миллионов игроков. Ну и отдельно, наверное, от всех нас хочется поблагодарить Виктора за этот Рубикон, что мы здесь все вместе собрались. Для игры, мне кажется, это огромное значение, потому что мы есть, ну, некое такое представительство от игрового комьюнити, которое держит игру на пальцах, на кончиках, ощущает все ее беды прямо вот. И можем проснуться и рассказать об этой игре сразу же. И поэтому спасибо, что уделили нам время, это очень важно для нас. Мы рады, что и все наше комьюнити рады, что мы услышаны. Это значит, что сверху будет какое-то мощнейшее воздействие на весь Wargaming, и мы получим прекрасную игру, в которой будем играть всю оставшуюся творческую географию. До самой старости. До самой старости. А потом внуки наши продолжат наши аккаунты. Да, ребята, огромное вам спасибо, что заехали. Это на самом деле важно. И это... Это хорошо. Это приведет к тому, что да, многие вещи внутри, ну, уже привело, на многие вещи внутри мы должны посмотреть немного под другим углом, а где и много под каким другим углом. Да. С
Спасибо вам огромное. Это хорошо. Вам тоже спасибо. Спасибо вам. Спасибо.